Вот в комментариях люди написали. Одна женщина написала, Стелла ее зовут, красивое имя. Написала, что ты любишь помидоры. После помидорчика. Стелла разумная женщина. Скажи, что ты любишь не помидоры, а одного помидорчика. Я люблю всех красивых помидорчиков. Ух ты, Соня. Это мужское начало. Расскажи лучше, что ты делаешь. Пенопласт. Нет, ты просто расскажи, что ты делаешь. Прикрепили на пену пенопласт, а теперь, дабы еще крепче держалось, мы берем такие грибки, которые приходят к нам в таком состоянии, сверлим отверстие и вбиваем. Они с завода идут вот так. То есть стержень внутренний держится вот. Его надо повернуть влево, вправо, провернуть, уже не выходит. Провернуть и вынуть в таком состоянии. А идут вот так. Это такая кропотливая работа женская, но приходится делать мне. Я вам показываю, что у нас здесь уже сделано. Уже все оконные проемы оформлены. Везде внутри все утеплено. Видите, каждая штучка, вот это вот, каждый кусочек, он пронумерован. Сначала все это подгоняется, а потом все это заклеивалось. Ой-ой-ой-ой! Куда ты крадешься? Да, все требует. Вы знаете, просто удивляюсь чему, что живя в частном доме, постоянно какие-то надо. Но то, что, казалось бы, никогда не пригодится, пригодится непременно. Вот сумочка. Казалось бы, ерунда, она валялась у меня 10 лет. Но я когда полез на крышу и делаю эту часть, и когда не хватает рук, вещь отменная, просто отменная. Прицепил, зацепил, полез. В общем-то, все уже тут обработано. Осталось электричество, но еще пока мы не решили, что с ним делать. Да, почему-то представители женского пола боятся. Чтоб ты туда лез. Да, но там же, в принципе, ничего такого сложного нет. Там все тривиально. Полез, сделал два отверстия, зацепил, закрыл. Но почему-то боятся. Хотя я, конечно, электриком не работал, это правда, под электричеством. Но все приходится как-то со временем делать самому. Вот видите, на стыке сейчас будем сверлить. Это хорошо еще, что кирпич-то. А если бы, не дай бог, бетон. Стараемся ухватить побольше плоскостей, поэтому сверлим где-то в серединке, чтобы три листа захвачено было между собой грибком. К сожалению, грибок не очень-то держит, втягивает шпилечку, поэтому я чуть-чуть делаю такие маленькие углубления, дабы потом, когда штукатуркой занимался, они не торчали. Вот это тот вариант. Теперь надо каждую из этих вмятин зашпаклевать, заштукатурить. А потом после этого только все штукатурить и накладывать сеточку. Ого-го, сегодня 10-й день нашего ремонта. Ну, так мы с двумя руками еще довольно-таки много успели. Я что-то думал больше. Нет, сегодня 10-й день. Хо-хо. Мы передовики. Ты Паша Ангелина, а я кто? А ты, Анатолий Ефимов, продолжайте. Придется. Еще так, как ты показал, еще так тысячу раз. Да, это правда, движений будет много. Кот тут как тут. Оно пришло. Весь в этом пенопласте вываливается. Очистить нельзя его. Он не разрешает, видишь ли, да, Пуша? Слушайте, как у нас тут было грязно вчера, вы не представляете. Слава Богу, кто тут убрал? Не я, конечно. Даже каким образом, вдруг людям? Да, людям может пригодиться наш опыт, как мы убираем здесь. Мы берем пылесос и пылесосим, а потом пылесос каждую минутку очищаем.
Но нужно пылесос с чашкой пластиковой. Да, с чашкой пластиковой. Она не забивается, это мешок тут не годится. Чашкой пластиковой просто высыпаешь и не возите краешком по земле. В сантиметре вот так держите, буквально в сантиметре от вот этой измельченной части. Она так спокойно удаляет хорошо. Ой, если я вам скажу, что грязь тут ужасная, все разлетается. Вот этот пенопласт, его нельзя веником убрать, он веником не берется. Можно он только пылесосом. Он да. Электролизуется. Он электролизуется. Да, Пуша? Скажи привет, я грязный. Всем привет. Сегодня я еду в Киев. У меня там очень много дел накопилось. Меня везет моя любимая Дотя. Не хочет вам показываться. Ведь немножко покажу. Она не любит публичности. Вот дети пошли, да? Не показывая их, не хотят раскрываться. Я вам что хочу рассказать сегодня. Я еду в Киев, но там полно вируса. Кто-то писал мне в комментариях, что в Киеве мало людей. Нет, людей навалом в Киеве. Очень много народу, даже несмотря на то, что сейчас август месяц. Многие люди поехали отдыхать сейчас, потому что целое лето сидели, только с 1 августа открылись Турция, Египет, там еще какие-то страны. Поэтому люди поехали отдыхать. Но большинство людей, конечно, в этом году боятся вируса, никуда не едут, да и материальные возможности не позволяют им уехать. Тем, кто уехал, желаю всего хорошего, особенно если вы в Шарме или в моей любимой Алании. Так что народу в Киеве достаточно. Спрашивали, ходят ли в масках. Да, люди ходят в масках. Даже несмотря на то, что я живу на даче, можно сказать, в глухом селе, у нас в магазин зайти без маски нереально. Но даже я вчера была в ларьке, в обычном ларьке, где продается корм для животных, где, кажется, ну так мало людей, да? Продавщица сразу сказала, мужчина зашел без маски, он сказал, я вас не обслужу. Если заходит больше человек, чем положено там в магазин, допустим, больше 10, то охранник становится на дверях и не пропускает людей. По пятницам у нас очередь из пенсионеров в тех супермаркетах, где есть скидка до 11 часов. Сейчас я еду в Киев по своим делам, вот, но покажу вам, если успею, что-то покажу вам. Мне немножко тоже страшновато ехать в Киев. Вот мы с мужем были, когда мы же ни с кем не общались. Мы приехали рано утром, гуляли по городу, в магазины ходили в масках, так что, ну, как бы мы были больше защищены. А сейчас вот я узнала, что в моем парадном, оказывается, есть случай коронавируса. Мой сосед заболел коронавирусом, причем вся его семья сейчас, слава богу, здорова. А вот заболел только он, и лежит он уже 2 недели в больнице, лечится от короны. Ну, не знаю, как у нас тут на Украине лечат людей, но... и какие меры предпринимаются. Но я хочу вам напомнить, что когда я была в Шарм-эль-Шейхе, там вообще, там случаев было очень-очень мало. И получилось так, что как раз вот один из первых случаев случился у нас в Дельта-Шарме, где мы жили с мужем, в этом компаунде. Меры были приняты просто экстренные. Значит, мужчина жил на территории Дельта-Шарма, но не в компаунде, а он жил в отеле. И ему предоставляли такой вот двухкомнатный номер, в котором он жил со своей женой, а рядом жила семья, значит, брат жены вместе с женой тоже. И представляете, он заболел, они были американцами, вот видно, вирус привезли из Америки, он заболел, а семья не заболела. Моментально приехала бригада, все в желтых скафандрах, оцепили всю территорию, быстренько закрыли все бассейны, весь персонал, который общался с этими людьми, весь персонал, для них были выделены специальные помещения, и они там жили в закрытых помещениях, не могли только выйти на балкон. Была у них обсервация 14 дней, но никто не заболел, вся трава была желтая, все обработали. В магазин, который был на территории Дельта-Шарма, все заходили в масках, причем маски выдавали бесплатно, выдавали бесплатно перчатки. Полностью дезинфицировали все абсолютно, поэтому вирус не распространился, и за оставшиеся 3 месяца никто не заболел, представляете? Вообще в Шарме было очень мало случаев, потому что, конечно же, солнце играет свою роль. Тем, кто сейчас поехал туда отдыхать, очень повезет, потому что людей там немного. Пляжи, конечно, большинство пляжей сейчас еще закрыто, но уже потихоньку как бы жизнь налаживается. Хорошего всем дня! Вот мы сейчас заехали на заправку. Покажу вам цены на наше горючее. 95-й бензин, доллар почти. Нет, меньше доллара.
$0.8, $0.7. Но у нас большинство на Украине людей ездят на газу. Мы тоже на газу. Газ стоит 11,99. Цена очень хорошая. Пересчитаю потом, сколько это стоит в долларах. Вот так у нас заряжают газом. Заправка, видите, Берсен.